Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета силы натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы силы натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба обычная, 120 фунтов, и стреляем по покрышке. Чпонь, собственно, это было ожидаемо. Интересно, что у нас получится с мамбой. С мамбой усиленной, я имею в виду. К сожалению, получилось то же самое. Отмечу сотый раз, насколько удобнее стрелять прикладом. Это просто небо и земля, это вообще другой арбалет получается. Ну, собственно, тут, наверное, смотреть нечего. Можем с бродхедом попробовать выстрелить, если хотите. Это бродхед, с которым мы сейчас попробуем выстрелить в покрышку с мамбы с усиленными плечами на 200 фунтов. Осталось только попасть. Так. О, как прорезало хорошо. Вот так вот, наверное, видно, да? Огонь. Бродхед живой, собственно, что ему будет от резины. А на этом все. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.